Привет! Как дела? Некоторые мои подписчики были недовольны качеством видеороликов, которые я снимаю на телефон. К сожалению, мой телефон Huawei Honor 7 не обустроен специальным стабилизатором, и поэтому я решила купить селфи-палку со стабилизатором. Как она выглядит сейчас, я вам покажу. Надеюсь, что мои ролики станут более качественными. Но, к сожалению, я не блогер, я всегда все снимала на видеокамеру, но когда хожу с телефоном, да, меня тоже немножечко раздражает, когда камера трясется. Поэтому сейчас будем надеяться, что ролики будут плавные, красивые и вам понравятся. В общем, заказала я вот такой вот стабилизатор на сайте Эльдорадо в ноябрьские праздники. Но так как в России был локдаун, Эльдорадо и все другие такие вот подобные магазины не работали, но оказалось, что работали только на выдачу. И как раз так, как я заказывала через интернет, мне удалось прийти в Эльдорадо, который был полностью закрыт, перемотан лентами карантинными, и забрать свой товар на кассе. Вот, поэтому сегодня, сейчас будет распаковка, и попробуем что-нибудь поснимать. Вот так вот выглядит коробочка. Тут еще какие-то приложения, по-моему, есть, QR-коды. И вот так вот можно снимать вертикально и горизонтально все, что угодно. Итак, посмотрим, что же внутри этой коробочки. Открываем. Такие наклеечки, сервис-карт, email, Facebook, официальный сайт, телефон. И где находится, наверное, Sales Warehouse. А, ну это где она находится, центры продаж. Это инструкция, как пользоваться, как прикрепить, крутить и так далее. Будем разбираться чуть попозже. Ну и вот он, мой стабилизатор. Вот так вот он выглядит. Как интересно. Не достается. Что тут? Палочка, чтобы поставить ее, трехосевая. Трипод, то бишь. Вот так он будет стоять. Дальше сама штучка достается вот так. Угу. Ну вот она такая вот палочка должна крутиться, вертеться. Надеюсь, все будет работать как надо. Попробуем сейчас. Ну и что тут еще? USB. Зарядка, потому что от него... А как она заряжается? От компьютера, что ли? Ну, это как камеру вставить. Кнопочки. В общем, этот стабилизатор, по-моему, держит то ли 12, то ли 15 часов зарядки. Но он же должен как-то работать. И плюс к тому может заряжать сам телефон во время работы. Ну, сейчас посмотрим, как работает в действии. Так, ну что, согласно инструкции, попробуем вставить телефон. Точнее, сначала с палкой разобраться. Куда-то не туда падает. Так, как-то его надо зафиксировать. Челсик пришел. Садись рядышком. Давай. Сюда, ползи, 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 ползи. Вот сюда. Челсик. Вот так. Вот. Вот. Сколько еще едит моя девочка. Давай поизучаем, потом я тебя буду снимать. Буду.
Развалилась. Я вот так вот тебя и буду снимать. Вот так вот ходить и снимать. И как-то надо управлять все. Запалка такая. В общем, разберусь и покажу. Приложение QR-кодов, чтобы сканировать вот этот вот QR-код, чтобы вроде бы как активировать продукт. Да, Челси? Иди вот сюда. Вот сюда наша сеточка. Вот, давай смотреть, что у нас тут. Шея. Давай отсканируем, попробуем. Вот так. А, QR-код. Ага. Вот он показывает, что он отсканировал. Вот этот продукт. View-код, банкод, сканер, install. Не знаю, что. В общем, надо разбираться. Тебе нравятся звуки пи-пи, говори, да? Пи-пи. Что с ним делать-то дальше? Моя девочка. View-код. Попробуем view-код. Ага, код есть. Save to gallery. Share to others. Веб-сайт. Сканировать отсканировал. Нравится тебе эта игрушка, да, Челси? Нравится? Смотри, как она двигается. Ух ты! Ух ты, как двигается туда-сюда. Я надеюсь, ты ее грызть не будешь. Так, и в общем, я зашла на их сайт, все по-китайски. Ну ладно, сейчас будем английский искать. English написано. English. Есть английский. Recording starts here. Full life shares. The process of shooting, editing and share. The process of shooting, editing and sharing should be simple and vivid seeing. This time ZY Kami came. Вот эта штука называется ZY Kami came. Into being and left and tedious and high GH learning cost of Жюн. Жюн, короче, какой-то. Вот эта штука. Жюн. Еще можно присобачить вот эту треногу, как у нас по-русски говорят. В Англии это называется трайпод. Чтобы поставить и снимать все уже камерой. Вот так. Что-нибудь показывать руками, допустим. Да? Или Челсика снимать будем. Поставим. Челси! Да? Нравится тебе вот эта штука? Ну-ка посмотри. Все так прыгает, все так интересно, да, Челси? Ну не погрызть. Настя грызть не разрешает. Настя грызть не разрешает. Настя не разрешает грызть эту штуку. В общем, у меня одна проблема, вот эту вот как-то настроить, чтобы она не падала, не заваливалась. Ну, буду читать все тут инструкции, что тут написано, и пытаться разобраться. Как оказалось, надо было всего лишь навсего подключить Bluetooth, но перед этим полностью зарядить стабилизатор. Включаем вот на эту кнопочку. И он сам начинает вертеться. Опа!
Я ничего не делала. И теперь мы включаем камеру, видео. У нас уже настроено. И вот этой кнопочкой мы можем оперировать. Как снимать, куда вертеть и на что смотреть. Вот так вот у нас может он вертеться, этот телефон. И надеюсь, следующие мои ролики будут сниматься в таком мягком режиме, и вам будет удобно смотреть все, что я показываю, плавно и хорошо. Вниз, вверх. Ну, надо еще приспособиться. О, кого это я тут нашла? Это Челси спит. Это Челси у нас спит. Маленькая девочка. Чьи это лапусики? Чья это мордочка? Чьи такие лапусички у нас? Пальчики. Ноготки обрезанные, обрезанные. Ай, красотка. Ай, Челси, красотка. Наша куколка, да? Опа! Кто это у нас тут запрыгнул? Нажимаем на кнопочку и идет запись. И мы снимаем Челсика. Челсика снимаем. Мою крошечку. Он трекинг ведет на тебя. Кто это такой? Это Челси? Это Челси, моя куколка. Молодец. Снимаем Челсика. То есть, если вверх нажимать, то камера пойдет вниз. Если вниз нажимать, то камера пойдет вверх. Вот такие вот дела. Да, Челс? Челси? Ай, красотка моя! Молодец, молодец. Хорошая модель. Фотомодель ты у нас отличная. И видеомодель. Прямо во. Супер. Ну вот так вот выглядит эта селфи-палка со стабилизатором. Будем надеяться, что все теперь будет плавно, красиво и качественно. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.